Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске мы рассмотрим небольшие изменения металлоискателя Garrett AT Pro. Во-первых, это юзабилити. Теперь данный металлоискатель оснащен усиленным подлокотником, который улучшает комфортность в использовании, позволяя продолжать поиски на протяжении длительного времени. Следующее изменение имеет более формальный характер. Речь идет о голограмме. Разработчики учли возможность физических повреждений голограммы при использовании и разместили ее внутри блока управления, а точнее в отделе блока питания. Теперь, чтобы проверить наличие голограммы, нужно открыть защелку отдела питания, вынуть батарейки и посмотреть на внутреннюю часть корпуса. Спасибо за внимание, следите за нашими видеороликами и до новых встреч!